Зоопатруль – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Когда мы узнали, что огромное количество животных, в том числе и сельскохозяйственных, терпит бедствие, сорвались. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Если вода бы еще поднялась, ну, либо замерзли бы, либо утонули. Мы расскажем о том, как зоозащитники спасли домашний скот из затопленного паводком хозяйства. Навигация по улицам затопленного поселка – это намного сложнее, чем плавать по реке. Следующий выпуск 23 апреля в 19:30.